Теперь про нашу рубрику «Взгляд снизу», которую, я знаю, некоторые смотрят и следят за ней. Практически за три года обсудили массу интересных новостей, отвечали на очень взрослые вопросы наши участники. На все эти три года мы готовили ребят, наверное, к главному интервью в их жизни, наверное, к интервью, которое поделило их жизнь на «до» и «после», на то интервью, после которых они, конечно, поймут ответ на вопрос, куда уходит детство. Наша рубрика «Взгляд снизу» специально с Владимиром Жириновским. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Лаура. Лаура? Да. Лаура. Сколько Лауре лет? Мне 4,5. Лаура, что у тебя за игрушка? Обезьянка? Нет. Что это, ослик? Дракоша. Как? Дракоша. Дракон? Дракоша? Чудовище какое. Ну, хорошо. Пусть тебе будет Дракоша. И имя твое Слава, говоришь? Давай имя поменяем. Нравится тебе Назар, Прокофий, Тимофей, Тихон? Почему не нравится-то? Мне нравится свое имя. В чем в нем хорошего? Слава. Слава. Что такое Слава? Вячеслав? Ну, сложно. Вячеслав. Но ты понимаешь, что это разнообразие какое-то должно быть? Чтобы ты сам выбрал. Это тебе мама навязала или бабушка? Вот лучше поменяй. Сейчас поменяй, потом еще поменяй. Раз пять поменяешь, и будет хорошо. Согласен со мной? Да не очень. И почему не очень? Ну, потому что я хочу свое имя. Это эгоизм, Слава. Как тебя зовут-то? Ника. Ника. Вот. Имя, во-первых, не совсем правильное. Что такое Ника? Святая Ника. Не надо, святая Ника. Значит, просто поговори с папой, с мамой, может быть, Дуся, может быть, Мелания, может быть, я не знаю, еще какие-то есть, и Авдотья там, не знаю. Не, ну, знаю, ну что за Ника? Моя, ну, мама с папой не разные. Мама армянка, папа русский. И они решили просто по одному календарю меня назвать. Не забудьте календарь. Надо советоваться с нами, с депутатами. Тимофей. Тимофей, вот молодец. Молодец. Вот видишь, как раз это в разряде тех имен, которые я предпочитаю. Тима, Тимофей, Тихон, там, Прокофий, Назар, вот такие. Тихон. Воры, бездельники, лентяи, не хотят никто работать. Женщины, работайте и детей своих заберите работать, чтобы они, у них была пенсия нормальная. Ты почему меня пародируешь? Ты меня видишь по телевизору. Я когда выступаю? Когда я так говорю? Я с кем-то спорю или какие-то выборы идут? Как ты это видишь меня? Иногда ты споришь, но вы знамениты, то, что вы говорите правду. Ну, молодец, молодец. Устами ребенка глаголит истина. Все хорошо. У меня скоро будет день рождения, потому что скоро будет февраль. День рождения почему ты с радостью ждешь? Подарки ждешь? Нет, я жду моего день рождения, просто я хочу обогнать девчонок, что мне станет уже 6. 6 лет уже станет? Да. Сейчас 4,5? И потом сразу 6 станет. А куда ты 5 лет деваешь? Тебе 5 лет будет в феврале. Да. Вот видишь, ты уже начинаешь обманывать. Кто любит красный цвет у нас? У нас любит красный цвет я. Ты любишь. А вот когда по телевизору показывают, демонстрация идет, там красные флаги колышутся. Ты иногда видела это? И кто это такие люди? Слышала что-нибудь такое? Коммунисты? Нет. Молодец. И не надо, чтобы услышала тебя. Вот я как моя партия называется? ЛДПР. Молодец. Расшифруй. Не надо. И хорошо, пусть будет просто ЛДПР. А другие кого знаешь еще? Больше никого не знаю. Молодец. Не надо никого знать. Все остальное мусор. Понимаешь, что это Владик. Все остальное лишняя нагрузка на твой мозг. Так дайте из моих сложных загадок. Давай, давай. Без рук, без ног, а сам пляшет. Без рук, без ног, а сам пляшет. Ты урод какой-то. Нет. Ну, рук нет, ног нет. Урод и пляшет. Дурак, значит. А что это? Карандаш. Карандаш. Без рук, без ног, и мы им чертим, а сам пляшет. Это же надо, так сказать. Ты ее тоже можешь угостить. И маму твою. Как ее зовут? Диана. Диана.
Вот видишь, Диана, Лаура. А где Маня, Дуся, Глаша? Как хорошо, Клава. Попробуй другое имя выбрать. У меня сестра. Ее зовут либо Николета, либо Ника. Ника, Николета. Я займусь вашей семьей. Мы посмотрим, какие у вас имена и так далее. Я вам подберу другие имена. Ну, с Новым годом тебя, Лаура. Аккуратно, иди, не упади.